Так, здравствуйте. Будем тестировать часы. Называется Sargan. Купил я их за 3200. В коробке часы и инструкция. Больше тут ни гарантии, ничего нету. Вот инструкция на русском языке. Так. Сами часы я уже попробовал в них поплавать в бассейне. Вот. Работают хорошо. Градация по глубине 10 сантиметров. То есть 0,1, 0,2, 1, 2, 5 метров. Вот. Чтобы заработал глубиномер, нажимается кнопка. Вот эту вот. Включается и начинает мигать дайвер. Показывает глубину, температуру воды и время погружения. Время погружения начинает отчет с 1,5 метра. Вот. Имеется в виду время погружения, да. Так, выключить также. Вот. Тут архив, который записывается на максимальную глубину, когда ныряешь. Здесь секундомер, таймер, будильников штук 8 здесь. Время по поясам, ну, основное время. Подсветка. Вот. Еще могу включить. Так, по поводу часов. Вот я не понимаю, для чего вот это вот. Может, кто мне в комментарии объяснит. Я вообще не понял. Смотрел кучу инструкций, кучу всяких тестов этих часов, так и не понял. Вот. Что мне в них еще не нравится, так это если включить дайверский режим, нырнуть, а потом еще раз нырнуть, время будет продолжаться. Чтобы время сбрасывать, надо опять вынырнул, нажал кнопку и опять нажал потихонечку. Обнулится время и дальше ныряешь. Вот. Вот это неудобно. А так вполне температура, правильно показывает, глубина тоже. Нырял в бассейне 5-метровом, показывает ровно 5 метров. Так что по глубине все нормально. Так, ремешки тут тоже бывают длиннее, чуть-чуть можно купить, поменять их, если что. До 100 метров. Вот смотрите. Хотя в инструкции написано, что под водой лучше не нажимать кнопки. Ну, народ пишет, что можно. И я попробовал, в принципе, не сломались, не протекли, работают. Поверх экрана наклеил пленку защитную. Сам вырезал от какого-то телефона, наклеил. Все нормально. Спасибо за внимание, до свидания.